Привет, дорогие друзья! Сейчас я вам покажу на примере Honor 7a Pro, как можно снять блокировку Google аккаунта, так называемый FRP. Данная инструкция актуальна на конец 2020 года, декабрь. Вот, как вы видите, телефон просит ввести Google аккаунт. Вот. Часто такая проблема, люди меняют пин-код, забывают, и после сброса появляется такая картина. В общем, нам нужно что сейчас сделать? Его перезагрузить. Предварительно надо, значит, сделать при входе подключение к Wi-Fi. Вот. Чтобы был доступ к сети. Сейчас телефон перезагрузится. Данная инструкция, возможно, даже подойдет к другим телефонам с последней прошивкой, именно с последними, потому что все предыдущие способы, они здесь уже не актуальны. Вот телефон загрузился, предлагает выбрать язык. Нам нужно сделать следующее. Нажать на экстренный вызов. И здесь мы набираем номер 112 экстренной службы вызова. И дальше делаем следующее. Нам нужно нажать на кнопку вызов и в районе цифры 4 нажимать кнопку. Так как при вызове активируется другое окно, и в этом месте в районе цифры 4 появится значок календарь, и он станет активным. Вот в этот момент надо быстро успеть на него нажать. То есть вот набираем номер 112, нажимаем вызов и жмем 444, чтобы попасть в календарь. Как вы видите, в календарь мы попали, но нам надо сбросить вызов. Нажимаем на зеленую сверху полоску, скидываем вызов, чтобы не дозвониться до экстренных, так сказать, служб, и попадаем, значит, в сам календарь. Здесь нажимаем кнопку создать, чтобы создать событие. Нажимаем, пишем название, например, ну, любое, неважно. Нажимаем кнопку еще и в поле описания пишем сайт youtube.com. youtube.com. Так. Нажимаем на галочку, чтобы все это сохранилось. Вот у нас событие появилось. Нажимаем на него. Как видите, отображается название YouTube. Нажимаем. И если у вас подключение Wi-Fi сделано, то попадаем на аккаунт YouTube. Точнее, не аккаунт YouTube, а на сайт YouTube. Здесь много всяких видео. И вот под каждым видео есть такие три точечки. Нажимаем на любую из них. И выйдет такое вот меню, где нужно нажать «Поделиться». Здесь мы выбираем Gmail. Нажимаем «Пропустить». И нажимаем «Добавить адрес». Здесь мы добавляем любой существующий адрес Яндекс. Ни Google, ни другие, например, Mail или Yahoo не получается сделать, не знаю по какой причине, в разных телефонах возможно и вообще этих не будет предложено ящиков. Ну, даже покажу на Mail, например, заходим, он что-то там покрутит и ничего не выдает. Также и другое, если тоже самая ситуация. Соответственно, Google мы ввести не можем, потому что телефон был с другой, например, электронной почтой. Но если с этой же самой почтой, ну или с почтой, которую вы не знаете, короче говоря, вот. Но если знаете, то само собой вводите и ваш Google аккаунт и без проблем. Но если вы не помните, забыли, то в этом случае выбираем Яндекс.Почту действующую. Вот. И вводим здесь логин и пароль Яндекс.Почты. Сейчас я это буду вводить, этот эпизод я вырежу. После ввода адреса и пароля почты выходит такое сообщение, нажимаем «Далее», и здесь говорит о том, что аккаунт добавлен. Нажимаем «Далее», он отображается в списке добавленных аккаунтов, и нажимаем «Перейти в Gmail». Здесь нажимаем на три точки, нажимаем «Настройки», опять же три точки, «Управление аккаунтами», выбираем «Аккаунты», и попадаем в меню настроек телефона. Заходим в «Система»,
Далее в сброс. Выбираем первый пункт сброс всех настроек. И нажимаем сброс повторно. И ждем окончания сброса настроек. После того, как телефон сбросит все настройки, можно перезагрузить телефон. И после перезагрузки вы уже попадете в сам телефон. При этом ваш аккаунт будет вот этот, который вы вводили. Ну, то есть он не то чтобы будет привязан к телефону, а просто он там будет. Можно его будет оттуда удалить и отдать, как бы сказать, телефон клиенту. Все, сброс произошел. Зажимаем кнопку выключения. И перезагружаем телефон. Как вы видите, телефон загрузился полностью без каких-либо блокировок. И вот сейчас зайдем в аккаунт и увидим, что аккаунт этого Яндекс вот здесь присутствует. Вот. Его можно отсюда, конечно же, удалить. Все. Никаких аккаунтов, телефон абсолютно чистый. Вот таким вот нехитрым способом можно обойти блокировку ФРП, убрав таким самым Google аккаунт. Всем, кому понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.